Самая лучшая косметика природная. Она полезна как для кожи, так и для организма в целом. Ее всегда изготавливали своими руками. Именно этим мы и будем заниматься, постигая секреты красоты и здоровья. Добро пожаловать на программу «Природная косметика». Работая над собственной газетой «Малахов Про» за март, я решил собрать материал о талой воде. И мне попался такой удивительный рецепт на основе талой воды, который буквально-таки меня потряс, и я заинтересовался им и захотел его сделать. Кстати, человек, который его применял, он так отозвался. После нескольких втираний сердце, постоянно напоминающее о себе покалываниями, прострелами, резкими болями, перестало беспокоить, наладилась работа желудка, нормализовался сон, стали исчезать вены канатами и жгутами, выступающими ранее на ногах и руках. Представляете? После нормализации обмена веществ стали восстанавливаться сосуды, находящиеся близко к коже, что само по себе удивительно. Сама кожа на лице и тело стала эластичной, мягкой, нежной, приобрела живой и естественный цвет. Заметно разгладились морщины, а мы все хотим разгладить свои морщины. Более того, у него согрелись ноги, застарелый пародонтоз исчез в несколько дней или перестали кровоточить десны. Этот рецепт меня действительно заинтересовал, и я решил его сделать. Делается он на основе талой воды. Талая вода, видите, самая мощная вода, она должна быть со льдом. Ее надо взять около 300 грамм. И мы с вами как раз берем 300 грамм. Вот. Как раз сюда поместили. Теперь в этот рецепт входит 1 чайная ложечка морской соли. Именно морской соли. И 1 чайная ложечка яблочного уксуса. Казалось бы, 3 компонента. В чем же их сила? Все это перемешиваем. И пока это еще талое, мы начинаем потихонечку втирать. Втираем в кожу. И вот чисто теоретически, что я могу сказать? Первое, талая вода несет энергетику, раз. Она лучше всего способствует тому, что проникает в наш организм. А раз она проникает, то она несет с собой различные вещества, которые нужны нашей коже и нашему организму. А наш организм, как мы знаем с вами, обеднен постоянным однобоким вареным питанием. В результате он недополучает микроэлементов. А где их взять? Оказывается, лучше всего взять эти микроэлементы из морской соли, из морской воды, потому что в ней практически вся таблица Менделеева уже растворена. Причем растворена так, что используется организмом наиболее эффективно. Все у нас всасывается, встраивается и сразу же начинает работать. И как только наше тело начинает получать вот эти вот микроэлементы, которых она ранее не получала, начинают вот происходить вот эти эффекты с сердцем. Сердце начинает лучше работать, начинает лучше становиться кожа, лучше становиться сосуды и возрастает энергетика. А зачем здесь яблочный уксус? Оказывается, яблочный уксус, так как он себе имеет природный калий, этот калий питает сердечную мышцу, представляете, через кожу. Вот в чем заключается еще целебность вот этой вот косметики. Он питает сердце, его укрепляет, сердце работает намного лучше. Далее, pH, то есть кислотность яблочного уксуса, она приближается к такой, она кислого, сдвинута в кислую сторону и защищает нашу кожу. То есть pH такая же, как нашей кожи. И для того, чтобы нашу кожу лучше всего защитить, надо использовать вещество, которое бы не смывало вот этот вот кислый защитный слой, а наоборот его укрепляло.
Поэтому, оказывается, вот простое средство, которое мы с вами применяем, улучшает структуру нашей кожи, избавляя ее и от морщин, делает ее более молодой. Кстати, я сам умоюсь. Хорошо. Сразу ощущается, знаете, что еще? Такая свежесть. И если имеются какие-то такие недомогания легкие, они будут побыстрее проходить. Более того, мы обычно бываем в обществе. Какой-то недобрый взгляд на нас, какие-то посылы плохие в нашу сторону вызывают глаз. Явление такое есть. И для того, чтобы его снять, лучше, чем талая вода, средства нет. Таким образом, вот я стал регулярно это все практиковать. И теперь примерно через хотя бы недельку посмотрю, а действительно ли у меня улучшится работа сердца, действительно ли у меня улучшится состояние вен, станет лучше кожа и прочие-прочие эффекты. Я проверил данное средство, регулярно использовал его утречком, иногда вечерком. И должен сказать, что средство работает. Мне оно очень понравилось. Я в свою копилку взял эту методу по ухаживанию не только за кожей, но и за своим собственным здоровьем. И рекомендую его вам. Простое, доступное, отличное средство. Помните, то, что полезно для вас, полезное для вашей кожи. Отдавайте предпочтение природной косметике, приготовленной своими руками, с любовью к самому себе. А мы вам в этом будем помогать. Вы смотрели программу «Природная косметика». До новых встреч!